Парижа на стенде Изабель Мара. Компания из Испании, очень интересная, креативная, вещи классные делают. Вот у них всегда необычные стенды. То фламенко танцуют, сейчас вата, цирк, девочки на трапециях работают. Улыбчивые такие. Компания всегда подражает своим креативам. Но это не только внешнее проявление чего-то интересного. Людмила представляет компанию на российском рынке. А вообще представитель, если вы говорите компании, то это центр Беляна Беговой. А Людмила работает как агент, все знает. Нашла, кстати, эту компанию для российского рынка. Вот она сейчас нам расскажет, Людмила, о коллекции. Что здесь представила компания Изабель Мара? Идемте туда. Сразу. Рассказывайте. Компания Изабель Мара, марка Изабель Мара, представляет несколько товарных групп, и все они являются одеждой и бельем повседневного спроса, очень высокого качества и очень приемлемой по цене. Изюминкой в коллекции являются две позиции. Это утягивающее, формирующее белье, так называемое shapewear, и термобелье, а также колготки. Я сейчас покажу вам некоторые новинки. Давайте, вот идем к термобелью. Впервые Изабель Мара выпускает термобелье. Это терморегулирующее белье, это белье первого слоя. Выпускает термобелье, включает в коллекцию белье для детей и для взрослых, таким образом, чтобы вся семья могла тепло одеться и выйти на прогулку. Это подростковое белье, изнутри сделан флис. Терморегулирующий эффект достигается специальной сетчатой структурой, которая очень хорошо эвакуирует влагу с тела и позволяет на холоде согреваться, а в тепле охлаждаться. Да, вот здесь и написано по-русски тоже, кстати. Да, вся продукция. Вся информация есть на русском языке. И говорится, эта информация о том, что в жару прохладно, в холодное время тепло телу. Очень широкая цветовая гамма для термобелья для детей. Такие же вещи выпускаются для женщин. Коллекция мужского термобелья включает в себя майки с коротким рукавом. Кальсоны обязательно. Кальсоны выпускаются в базовых, черном и белом цвете. Не надо бояться белого цвета. Это полиамидные нити высокой технологии. Они никогда не потеряют своего цвета. Не желтеют. Людмила, у нас экспресс-интервью, поэтому давайте будем... Термолиния продолжена термолеггинсами джинсовыми. Прямо дизайнерские. И это все... Да, изюминка заключается в том, что они все являются леггинсами пушап. Леггинсы пушап, все создают специальный силуэт. В этом сезоне леггинсы с фактурой. Фактурные. И комбинированные. Под кожу, да. Под джинсы, под кожу. Интересные. И там цена хорошая. Очень хорошая. То есть компания позволяет зарабатывать своим покупателям. Основным ударным якорным элементом в коллекции является shapewear. Это утягивающее и формирующее белье. Позиции сделаны из тонкой микрофибры. Они формируют силуэт и позволяют под платьями трикотажными выглядеть совершенно безупречно. Невидимые. И утягивающее белье, которое утягивает, не только формирует, но еще и делает объем меньше. Это из вот таких плотных полиамидных тканей. Да, очень плотная такая. Поскольку фабрика Изабель Мара имеет свою тест-лабораторию, абсолютно все материалы протестированы и сертифицированы Европейским Союзом. Что немаловажно, здесь много, я смотрю, материала, состав 95% хлопок. Да. Обратите ваше внимание на абсолютно инновационную коллекцию базовых трусиков. Это хлопок 80% и 20% лайкры.
совершенно необычное для Ренты. Такого не делает никто сейчас. Это хлопок принтованный, обычно с лазерной кровью. Да, здесь лазерная обработка. Да, делают простые ластовица. Базовые. Ластовица хлопковая. Под цвет идет хлопковая ластовица. Да. И это оригинальные принты, разработанные художниками, дизайнерами марки Изабел Мора. Изабел Мора имеет собственный дизайнерский цех. Да. И там еще смотрел. Это утягивающее белье, это базовые хлопковые трусы, что немаловажно, вещи, предназначенные для больших. Большие полноты. Больших, да, курпулентных. И тоже лазерные, и тоже хлопковые. С лазером, да. Ну, мы приглашаем, опять же, на выставку на CPM. Да. Там, где будет выставляться компания, будет Людмила, вот, будут представители из Испании, будет центр Бьяно-Беговой, там же присутствует, поэтому всех зрителей приглашаем посмотреть, пощупать, потрогать тактильные ощущения какие от этого белья, удивиться ценам, поразиться, то, что это антикризисное предложение точно. Это абсолютно, потому что во всем мире владельцы магазинов оценили качество и цену, баланс между качеством и ценой. Марка Изабел Мора позволяет хорошо зарабатывать даже в кризисные времена. Конечно. И надо отметить, что в тот период, в 2015 году, когда российский рынок упал наполовину, объем продаж Изабел Мора в России выросли в три раза. Вот, пожалуйста, вам показатель. Поэтому надеемся, что те, кто нас смотрит, обязательно придут и скажут нам спасибо вместе. Спасибо вам. Спасибо.